Соединенных Штатах выбрали нового президента. Угу. Как вы считаете, чем это будет чревато для нашей страны? Честно сказать, понятия не имею, чем это будет чревато, потому что, честно сказать, не слежу ни за новостями, потому что с этим коронавирусом толку от того, что говорят президенты и все прочие, толку от этого. Люди как умирали раньше, так и умирают. Лечения никакого. В больницах на полах, на полу лежат пациенты. А как вы считаете, в этом был Трамп виноват? Может быть, при Байдене будет лучше? Нет, нет. А кто же виноват? В этом виноват, кто? Как сказать, политика. Потому что нас просто уничтожают, людей всех уничтожают. Так кто уничтожает, Байден или Трамп? Может, Обама уничтожил? Может быть, сейчас скажу. Я не знаю, кто уничтожает, но факт то, что нас уничтожают, это я знаю точно. Ну, кто-то же это может быть. Может быть, это... Правительство, вот и все. Ничего больше я не скажу, потому что все идет оттуда, все идет свыше. Простой народ никому не нужен. Мы с ним без денег, без работы, без ничего. А разве Америка, она, ведь говорят же, Америка там нам и дороги здесь портит, и экономику разрушает. А раньше Америка не портила нам жизнь и дорогу. Ну, как-то люди с этим жили, был вирус гриппа. Кто в этом виноват? Скажите, вирус гриппа, кто виноват? Китайцы, наверное. Китайцы, видите, опять китайцы. А мы ни в чем никогда не виноваты. Ну, как же вышло? Ну, не может же, ну, не Путин же виноват, ну, вы что? Я не знаю, кто в этом виноват, но факт тот, что я ни во что уже не верю. Я знаю, что у меня растет, дети растут, и что им будущего в этой стране нет. Это я знаю точно. А как вы считаете, вообще от кого зависит наша жизнь? От самих нас. А что мы должны сделать такого, чтобы изменить ее? Что мы должны сделать? Это должны был сделать еще Ельцин, по сути. Пришел, все были рады, когда пришел Путин в 2000 году, все так будет замечательно. А что Путин? Что он сделал? Работы как не было, так и нет. Шахты как у нас... Он вам мост построил, Олимпиаду сделал. Чем вы недовольны? Чем мы недовольны? Да. А деньги где? Где работа? Мост этот? Кому он, по сути, нужен этот мост? Как а кому? Вы же в Крым ведь теперь по нем ездите. И что? А работа? В чем тут Крым? На Крым нужны деньги. А где эти деньги? Скажите. Сколько вы уже раз ездили в Крым? Нисколько. Я там не была. Как не были? Да вот мост так же для вас построили. И что мне это?